Метод ассоциаций для запоминания слов и использовать ли его в изучении латышского языка? Сразу отвечу на второй вопрос. Конечно, использовать. Все, что вам помогает запоминать слова, надо использовать. Если вы уже учите латышский, то я думаю, все прекрасно знают ассоциацию на, например, глагол ⁇ Я работаю ⁇,⁇ «я страдаю ⁇ ну, стопроцентно созвучно с я страдаю, да и значение похоже, правда? Страдаю на работе, логично. Или, например, уча латышское слово отвалина отпуск. Ну, согласитесь, очень ассоциируется с отвали. А что мы делаем во время отпуска? Да-да, стараемся отвалить. Более того, кстати, под одним из уроков ученик написал э, даже такую более полную ассоциацию. Он пишет так отвали на Юму. И пишет, ведь в Америке есть такой штат Юма, и вот туда-то и надо отвалить во время отвалинаюмс. Интересно, в Америке такого штата нету, в Америке есть штат Юта, но так это и не важно. Если у человека вот рождается эта ассоциация с отвали на Юму, и она ему помогает запомнить отвалинаюмс, чудесно. В последнее время я реально запомнила, что когда я веду курсы латышского языка с самого начального уровня, то как только появляется слово, которое видно, что ученикам не так легко запомнить, инстинктивно начинаю придумывать какую-то ассоциацию или прошу у них, чтобы они придумали ассоциацию, и оно работает. То есть какие-то более сложные слова мы часто запоминаем с помощью ассоциаций. Ну что, получается, у этого метода сплошные плюсы, ведь это ярко, это быстро, это очень творчески. Не совсем. Дело в том что когда вот мы ассоциируем слово иностранного языка со словом своего языка страдаю страдаю отвали отвалинас то мы в первую очередь работаем со звуками своего языка. Поверьте есть очень много людей которые ну вроде бы уже закрыли уровень ан латышском языку языке и все еще говорят «эс страдаю. Нет, 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 в латышском будет не «страдаю», а «страдаю». Видите, звуки-то все-таки другие. Во-первых, долгие «а», и во-вторых, ударение. То есть, используйте метод ассоциаций, конечно, но все-таки сразу подумайте, что… Да, вы быстро запомнили «эс страдаю», но ведь это неправильно. «Эс страдаю». Ну, с, с легче слегче, там более похожие звуки. И еще один момент это формы. Латышский язык. Да, там слова склоняются, спрягаются и иногда при спряжении меняются прямо до неузнаваемости. Поэтому помним, что метод ассоциации все-таки ограничен. Он помогает нам шикарно запомнить корни. Если оно подходит, прекрасно используйте. Но формы будут другие часто слова, которые мы вроде бы уже выучили, не сможем даже узнать. Что же тогда делать? Мы сегодня рассмотрим примеры глаголов, которые на уровне А нужно знать пассивно, а вот на уровне Б уже активно. Там будут и приставки, и сложные глаголы, да и абстрактные они. Поэтому как раз попробуем, как работает метод, а, и сможем ли мы запомнить 14 глаголов, или 13. 13 глаголов за вот сегодняшний урок. Поехали! Первый ⁇ это глагол... Представить себе. И, ребята, конечно, смотрите, что это глагол возвратный, да, окончание «т», потом окончание «с». «Т» – общее окончание у глаголов, «с» – возвратное окончание у глаголов. И приставка. И значение «представить себе». Но ну, как мы постараемся это запомнить? Да, не имеет смысла сейчас на каждую буковку на каждый на каждый, на каждый слог придумывать свою ассоциацию. Например, придумывать ассоциацию на и, на дом и на а, ТС Нет, нет, нет. Все-таки согласитесь, когда вы знаете структуру латышского языка, то тогда вам не надо так много делать. Например, вы прекрасно знаете, что т ⁇ это окончание глагола. с это окончание возвратного глагола. Ну, тес в общем и целом получается. Более того, вы уже знаете, что «а» — это суффикс, который характерен, ну, например, второму спряжению. Ну, так оно и есть. Это глагол второго спряжения. «Возвратный». И это приставочка. Ну, с приставочками у нас такая проблема, что если у нас глагол движения, то все легко. Я думаю, вы знаете приставочку «и» по глаголам движения. Она означает движение вовнутрь. Например, «и» «э — «эя» — это вход. Правда? «Ие тувы» — это въезд и так далее. Например, «илидот» — это что? Это прилет, да, в аэропорту, например, написано и лидошина. То есть с глаголами движения и это означ... однозначно в «вовнутрь». А тут давайте попробуем сассоциировать. Понятно, что серединочка, то есть корень дом, очень хорошо ассоциируется со словом дом и доматес. Но опять-таки вот 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 наша фишечка, что это же не дома тес, а дома -а тес. Да. Но мы же учим латышский серьезно, то есть нам ассоциация это не единственный метод, а всего лишь дополнительный метод, который нам поможет. Ну и как теперь ассоциировать это слово, чтобы мы ассоциировали это со значением представить себе? Ну, ну представим себе, что мы находимся в нашем теперешнем скромном жилище и... И дома я мес, и воображаем, представляем себе, и, то есть, в нашу голову вовнутрь входит мысли о том, что мы живем в шикарнейшем доме. Нарисовали себе эту картинку? Картинка должна быть очень яркой. То есть не просто А, Ну, Лена сказала, надо какой-то дом представлять. Нет-нет-нет-нет, нужно прямо прочувствовать. Сидим на диванчике нашего нового дома, или где? Или вы хотите сидеть за обеденным столом? Выбор за вами. Главное, ярко. И e e Идем дальше. Следующий глагол это итает, e посоветовать. Ага, и опять у нас приставка и. E. К сожалению, ребят, если это не глагол движения, то приставка и e может означать все что угодно. Как, например, в прошлом. У нас же есть глагол думать, а и e думатис это представить себе. Ну, что-то типа чего-то там себе надумать. А и тейкт это посоветовать. А что такое тейкт? Ну, тейкт это сказать. Вот так. А как же мы запомним? Ну, один из вариантов. Первое, что мне пришло в голову, когда я пыталась найти ассоциацию к слову, к корню «take», это тейка. Это один из районов Риги. Возможно, многие из вас знают этот район именно по комплексу Яуна Тейка, Новая Тейка. Но ну, представим себе, что именно там вам дадут совет. Ну вам нужно, чтобы вам что-то посоветовали, правда? Не знаю, как лучше учить латышский, например. Ну да. Если вы визуально себе представляете Яуна Тейка, тогда пойдем прямо туда. Если у вас лучшая ассоциация просто с районом Тейка, ну понимаете, да? И именно так нужно представить себе то, что ты можешь себе представить. Поэтому представим себе, что вот у нас, допустим, Яуна Тейка. Там такая скульптура огромная, чего-то белого. И фонтанчик. Ну вот представим себе, что вы встречаетесь у фонтанчика с человеком, который вам посоветует что-то. Что он вам посоветует? Ну, как у... лучше учить латышский, конечно. И тейкт. И тейкт. Ну, и хотя в данном случае, конечно, приставка «е» e не означает никакого движения вовнутрь, но сделаем вид, что она означает мы входим вовнутрь в Яуна Тейка, и там фонтанчик, и там сидит наш человек, который нам посоветует, и это и Тейкт, и И тут, кстати, ребят, на примере этого слова могу вам немножечко продемонстрировать все таки скажем так, небольшой минус метода ассоциаций. я думаю, и Тейкт мы уже с вами выучили, правда? Но, например, когда мы начнем это слово спрягать, допустим, чтобы сказать «я советую», это будет САК. -e Unfortunately. <laughs> да, es -e es -e Извините. Дело в том, что спрягая глаголы, как в данном случае, оно вообще меняет корень. Поэтому да, и e давайте ассоциировать с тейка. Но потом, когда мы начинаем уже на уровне B эти глаголы спрягать, то не хватит нам одной ассоциации. Либо придется использовать другие, либо уже учить другим методом следующий изласить, ну скорее всего вы это слово вообще хорошо знаете, ласить, но ну это же читать, изласить, прочитать, ну вот почему-то у меня такая ассоциация с лаской, представьте себе, что вы прочитали книжечку, теперь держите в ее в руках и так ласково поглаживаете корешок, вы уже прочитали ее, ласково изласить, изласить я прочитала сизла сейю. Да, да, конечно, я сразу хочу спрягать, вы понимаете, но хочется использовать этот глагол в предложении, а это означает, что неопределенную форму мы будем использовать редко. И тут, кстати, приставка из. Да, на уровне Б, ребята, вам уже надо ее знать. Из с глаголами движения приставка означает, что движение откуда-то. Например, я. это что? Это выход. Избрактово это выезд, «Из дошина это угу, когда самолеты улетают. Это то, что departure что тут же рядом написано по-английски. Вот так. Из ласит", из ласит". Если хотите, можете ассоциировать себе излосыть не только с таким ласковым погаживанием корешка вашей книжечки, но еще и с тем, что вы, наверное, с этой книжечки теперь куда-то вылетаете. Не знаю. Идея такая, что нам нужно запомнить именно вот законченность действия, не просто читать, а прочитать. Ласково, ласково. Иегадатес, Иегадатес. Ага, опять у нас возвратный глагол. Да-да, ребят, нужно знать основные грамматические структуры, чтобы метод хорошо работал. Мы видим, что и с окончание ты окончание ну в принципе ты с окончание и что у нас здесь еще есть и гада», тыс ты это приобрести но ну, согласитесь ну, очень хорошо ассоциируется со словом гады и вот тот такой миленький гад которого я нашла поэтому он «ие», ага опять какое-то движение вовнутрь похоже да какое-то движение вовнутрь, ну да 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 мы же для себя покупаем этих гадов представим себе что мы покупаем гадов очевидно в большом количестве но это уже индивидуально. Кто-то представит себе вот такого маленького гаденуша, а кто-то целую кучу. И и и, конечно, осторожно. Представь себе, что это не просто гад, а это гад. Наверное, потому что это длинный питон. Питон, видите? То есть идея такая, что нам нужно максимально, представляя, добиться того, чтобы мы вот это вот, вот латышское слово, чтобы оно у нас прямо ассоциировалось. То есть помним, что мы и, наверное, движение вовнутрь, мы же в себя покупаем, ну, для себя. И, потом у нас гады, но не длинные. И, га, да, тес. Но если вы уже знаете структуру латышского, вы вообще-то знаете, что а, длинненькое а перед окончанием тес, это суффикс. Ну, в данном случае суффикс второго спряжения. Да, вот так. Ассоциация плюс знание структур, немного фантазии, и дело пошло. Иегадатис. Следующая ассоциация – это слово носкатейтис. Носкатейтис. -e -e Посмотреть. И опять-таки, да, да, я специально выбирала глаголы с приставками, чтобы мы не просто корни запоминали, но уже присмотрелись к приставкам. Присмотрелись к приставкам. Ну, конечно. Но тес, но тес. но скат, скат внутри, правильно? Помните такую рыбку? В жизни я, конечно, ее никогда не видела, но когда слышу слово скат, ну вот примерно что-то такое себе представляю. Но тес, посмотреть, представьте себе, что вы ныряете с аквалангом, и вам говорят, не трогай, можно только посмотреть на ската но no скотытес. No что же нам делать с но? Думаем, потому что здесь идея такая, что вот это добавление но дает законченность действия. Просто скатитес это смотреть. Я смотрю «эскатус». А вот если мы добавляем но, no", носкатитес, no допустим, я хочу посмотреть фильм, я сгребу носкатитес фильму, то есть не просто глянуть там на начало, а досмотреть, посмотреть, законченность действия. Но, но, есть ассоциация? У каждого она своя, ведь это тоже очень важно. Да, я вам предлагаю сейчас какие-то свои идеи, и очень часто они работают, потому что, возможно, и вы можете как-то похоже это все ассоциировать, да. Но, тем не менее, если у вас, со, к слову, но скоты появляются свои ассоциации, но это еще лучше. Но скотитес. Еще один пример с приставочкой но. Но тоже будет закончено с действия. Радыть – это показывать. Радует показывать. А если но радует, то есть это не только там, что показывать, прямо указать. Ух, прямо вот но радует, но радует указывать. Маленький нюанс в латышском языке нет такого совершенно несовершенный вид. То есть указывать и указать, но радует, будет одинаково. Но все-таки представьте себе, что вы не просто что-то вот показываете, а вот прямо тыкаете пальчиком, указывая на что-то. Да, это вот это будет, но радует. Ассоциация с радугой. Именно так, не с радугой, а с радугой. Поняли почему? Да, вот прямо рисуем себе картинку, как мы... Не знаю, катимся, наверное, по радуге. Или если мы ее рисуем, вот прямо проводим: ну радыт ну рады. И мы указываем на эту радугу. То есть мы представим себе, человек к нам пришел и говорит: Слушай, вот покажи мне, укажи, покажи, укажи, где, как выглядит радуга. Вот не знаю, вот не знаю я этого слова, не знаю я этого значения, никогда в жизни не видел. И вы такие, ну вот же она. И прямо ему не просто тыкаете пальчиком, а пальчиком так проводите. Вот же она. Ну радит, ну радит. Указать. Следующее это ноламт. Но ассоциируется с лемурчиком. Опять-таки, но, но, это законченность действия. Лэмт – это решать, и но лэмт – это решить. Повторюсь, нет совершенного несовершенного вида как такового в латышском языке, но, как понимаете, мы же можем высказать, особенно с помощью приставок у глаголов, законченное и незаконченное действие. Ну так «но» мы уже третий раз видим, что оно означает «законченность действия». Будет ли это так всегда? Нет, к сожалению. Допустим, «прочитать» — это будет «изласит», а вот «посмотреть» — «носкатейтес», «указать» — «норадит» или, как здесь, «решить» — «законченное действие» — «нолэмт». лен'т. Да, да, надо приставки учить отдельно. Ну, у нас же получится, правда? Мы сейчас посмотрим вместе с ассоциациями, потом вы можете в Memrise, в, мы сделали небольшой курс в Memrise, чтобы еще раз эти слова вы выучили. А, ну, и потом все, уже потом идет применение, и слова у вас в кармане. Ну, посмотрим на нашего Лемурчика. У него решительный взгляд, правда? Так, значит, Лемур у нас в зоопарке. Что он решил сделать? Ну, сбежать, конечно. Прямо сюжет для мультика поэтому он решил сбежать, но no Да, и видите, как только я использую прошедшее время, у нас немножечко меняется. Там уже не лэм, а лэм, винч ну Да, спряжение глаголов. Давайте сначала выучим просто в неопределенной форме. Значит, наш лемурчик но лэмт, но Законченность лэмт, no ну no И да, т это окончание глагола. Следующее. Знаете, что это за супчик? Это индийский дал. Именно поэтому слово пиа, далитис, пиа, далитис, участвовать, вот оно ассоциируется с далом. И опять-таки, ну, у нас тес, тес, возвратный глагол, это мы знаем, правда? Пиа, приставочка, эм, которая в данном случае меняет значение слова, потому что – это делиться. Делиться, – делиться, далыть, делить. А вот, педалыть, это участвовать. Педалыть, педалыть, и у нас там дал. Есть ассоциация. Мы хотим в чем-то поучаствовать. В чем мы будем участвовать? Ну, конечно, в конкурсе по поеданию дала. Представьте себе вот такой вот супчик и целая огромная кастрюля. А он по-настоящему острый, это же индийский супчик. Ну вот представьте себе эти ваши страдания, если вам нужно пи тес в поедании дала, и вы понимаете, что потом ой, нужно будет, не знаю, запивать молоком, кефиром, водой, и, наверное, весь еще целый день мучиться. пи тес конкурс по поеданию дала, в котором мы участвуем. Пазаудет. Опять приставка. Глагол «заудет» – «терять» и «позаудет» – «потерять». О, а здесь приставка даже как-то немножечко похожа на русский. Бывает и такое, что приставка даже немножко похожа. Я искала ассоциацию для «заудет», и вот как раз тот был случай, когда я вообще, вообще не знала, как вот этот «зау-зау-зау-зауд» с чем его ассоциировать. Единственное, это заусенцы. Ну, представьте себе, что вы ножнички потеряли, и, соответственно... Смотрим на наши ручки, они все в заусенцах, поэтому пазаудед, по пазаудед, по пазаудед. И да, па по потерять, потерять мы потеряли. Ножницы. Паста По стоит, паста стоит. Паста стоит, видим, тоже у нас приставка па. Да, да, прямо день приставок у нас сегодня. Паста стоит рассказать. Ну, кто у нас там в серединочке рассказывает детям о своей жизни? Это старичок, конечно, поэтому это паста по стоит, паста стоит, паста стоит, рассказать, рассказывает. Он рассказывает, старичок рассказывает о своей жизни. Винч пастаста. Ага, вот моя любимейшая ассоциация, которую я все время упоминаю на уроках. И поверьте, не все знают, что такое скайдра. Скайдра, честно, сейчас с советских времен, это такая абразивная паста. Обычно, если ты моешь что-то скайдрой, то вымывается чисто, но о, иногда вещь потом надо было выбрасывать, да. Поэтому по скайдрот это что-то объяснить. Но ну, представьте себе, что вы берете эту абразивную пасту скайдру. Между прочим, она до сих пор продается в магазинах скайдра. Даже если вы не будете ее никогда не покупать, но ну, посмотрите, в магазинах она есть скайдра. Скайдра. По скайдрот. Объяснить что-то настолько, что прямо у человека, не знаю, все стерлось. Можем даже представить себе, что мы что-то объясняем. Uh, например, о том, объясняем ребенку, сыну, дочери, как мыть раковину с помощью скайдры, правда? Ну, правильно, потому что она вся грязнючая в жире. Ой, мама мне ужас какой. И вот мы с помощью скайдры, прямо представьте себе, у вас баночка скайдры в руках, тряпка, очевидно, на этой тряпке вот этот вот серая масса, она вот такая прямо серая и такая прямо абразивная. Даже не знаю, что там внутри. Хм, надо посмотреть состав. Паскайдрот. Паскайдрот. И вот, ребята, опять у нас приставочка, которая указывает на законченность действия. Пазаудет, паста стоит, паскайдрот. Могло бы быть и просто заудет терять, стаид рассказывать. Это будет как, как, как получается в русском, как э, несовершенное. Uh, несовершенный вариант. И по скайдрот можно было бы скайдрот, это было бы объяснять. А по это именно объяснить законченное действие. Ну, еще парочка. И опять у нас приставка по. Позынет это сообщить. Сообщить позынет. Ну и кто у нас пазыньо, кто у нас сообщает все самые классные новости, это, конечно, баба Зина. Вот она, пазыньот, пазыньот. Ну, я нашла просто в интернете, написала Зина, и вот мне такая замечательная картиночка вылезла. Я думаю, вы какую-то Зину знаете лично, вот с ней и ассоциируете, то есть представьте себе... Вы приходите домой, на вас несется баба Зина и кричит, что ей нужно что-то вам сообщить. Пазинет. «Познёт». Ну рунат, ну рунат говорится. Да, у меня ассоциация исключительно с золотым руном. Руно. Ну рунат. Представьте себе, что вы хотите чего-то не знаю. Наверное, учить латышский язык. Вы приходите ко мне с золотым руном говорите: Ну, Челенко, договоримся. Ну no, рунасым. И опять вот она у нас приставочка. Посмотрите, как она изменила значение. Хотя, по крайней мере, с русским здесь очень похожая ситуация. Рунат – это же просто говорить, правильно? А добавили «но», и вот у нас появилось значение «договориться». «Но рунат», «но рунат». Ну что, попробуем, получается ли у нас теперь вспомнить эти слова. Помните, как мы представляли себе, что мы живем в прекрасном доме? На диванчике вы сидели или где? У камина, за столом? Это было дом и доматис, и Потом нам что-то советовали, где это была явно тейка, корень тейк, и тейкт, и тейкт. Прочитать, помните, как мы ласково гладили корешок? Прочитанные книжечки это было из ласыт из Лосейд. приобрести но кто покупал длинных питонов питонов а кто каких-то других гадов это было и га вспомним -да что мы именно длинных гадов покупали и га -да посмотреть посмотреть у нас был скат которого можно было только смотреть но не трогать Носкатитес, носкатитес, указать, указать. А вот видите, я сама уже не помню ассоциацию. Я, конечно, знаю слово, но не в этом же суть. Когда она что-то указывает, а, правда, к нам пришел человек, который спрашивал про радугу. И мы такие, ну вот же радуга. Ну радит, ну радит. Причем радуга у нас была длинная. Мы прямо, О -о -о", как указывали, ну Рабит. Решить. Решительного лемурчика, помните, который пытался сбежать у нас из зоопарка? Нолэмт, решить, отлично, участвовать. Мы, что, в чем мы участвовали? В конкурсе по поеданию дала, дал. Педалитес, 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 потерять. Мы потеряли ножнички, поэтому все пальцы в заусенцах. Ужас-то какой! Позалдет, позалдет рассказать. Очень приятный старичок что-то рассказывал о своей молодости, очевидно. То есть ста, ста, паста стоит, паста стоит. Объяснить. Помним нашего подростка, которому мы объясняли, как мыть раковину? С помощью скайдры, скайдра, вот она у нас, это баночка в одной руке. Это было паскайдрот. Паскайдрот. Сообщить. Приходим домой, на наш несется баба Зина. И она нам позынет. Позынет. И последний договориться. Ну, вы пришли, возможно, ко мне с золотым руном, чтобы норунат. Норунат. Ну как, у вас получилось? Возможно, не так идеально, как как будто бы у меня. Но я-то, конечно, знаю эти слова, причем ассоциации придумывала я. Конечно, используем метод ассоциаций. Они вам помогут, например, запомнить корни или целые слова. Не напрягаемся, если ассоциация может быть странная. Нам же не надо другим о ней рассказывать, правда? Мы можем запомнить только сами эту ассоциацию. Ну и плюс, как вы видите, все-таки без знаний структуры, например, Uh, зная возвратный глагол, невозвратный глагол, как оно работает, что это там за тес в конце, uh, или, например, смотрите, но рунат, пазин ⁇ т, дрот, да, вот это вот, что это за о, что это за о, что это за а, почему оно там, на что оно указывает. То есть вот без этих знаний тоже метод ассоциации, как сказать, он не позволит вам по-настоящему выучить это слово. Ну и помним, что нам нужно работать все таки со звуками иностранного языка, латышского языка в данном случае. И даже если мы с легкостью выучили «эстрадаю», ни в коем случае так не говорим «эстрадаю», «эстрадаю». Если вы ходите на курсы, работаете с учителем, учитель вас, скорее всего, тут же исправит. «Эстрадаю». Прислушивайтесь к этому исправлению и говорите правильно. Используйте ассоциации, другие методы. А списочек вот всех этих глаголов, плюс еще других глаголов, которые появляются на уровне А на понимание, то есть это могут быть глаголы в письмах. Да? Когда вам нужно писать письма, то часто в задании, в формулировке задания будут эти глаголы. Например, представьте себе, я дома ЭТС, чтобы вы могли другу посоветовать, кою сварат и ЭТЭКТ, изласы от слуды на ему, Use грибат и егадать из дневокли, use грибат или, например, ну радят лайку он То есть все эти глаголы на уровне А могут быть, если вы сдаете экзамен, в формулировках заданий на написание писем. Поэтому вам пока нужно знать их пассивно. А на уровень Б, ну вы уже сами понимаете, это те глаголы, которые нам нужно начинать использовать, правильно? Ну, рады, ну, скатитесь, я гадатесь и так далее. Есть курс в программе Memrise, ссылочка, конечно же, под видео. Заходите по этой ссылке, напрямую по ссылке, просто так латышский в Memrise вы не найдете. Заходите напрямую по этой ссылке, учите, там можно сделать профиль. Очень важно, ни за что не платите. Они вам скажут, о, 50% скидка, давайте на год. Дело в том, что платные курсы — это те курсы, которые сама программа Memrise подготовила, и там, соответственно, для ну, более распространенных языков, английский, арабский и так далее, вы можете учить эти языки, но для латышского там нету курсов, подготовленных Memrise, там только есть курсы, которые делают учителя или энтузиасты языка, кстати, часто ученики сами, и, соответственно, мы их даем по прямой ссылке. То есть, если просто зайдете на Memrise и будете искать латышский язык, то, скорее всего, ничего не найдете. Если заходите по прямой ссылочке, вы видите этот курс, а ну там буквально, по-моему, 35 слов в общем и целом из них треть примерно мы с вами уже сегодня выучили. Я надеюсь, что вы запомните. Да. То есть получается, у нас есть ассоциации, которые мы вместе прошли. У вас теперь еще есть возможность потренироваться, потренироваться на Memrise. Возможно, еще используйте метод карточек, перепишите эти слова с одной стороны по-русски, с другой стороны по-латышски, ну или не по-русски, на своем языке, чтобы было понятно. Можете перерисовать какую-то ассоциацию или просто, как говорится, нарисовать ее, нафантазировать у себя в голове. Сложили все эти методы вместе и выучим латышский быстро.